1 октября билеты на поезда в Казахстане подорожают на 20%. Об этом сообщили в Минтранспорта. Повышение коснется 62 пассажирских маршрутов из 140. Так, стоимость места в скоростном поезде по направлению Астана-Алматы составит 19 тысяч тенге. Цена купе в стандартных 12 тысяч. Плацкарт обойдется в 8 400 тенге. В ведомстве пояснили, рост цен необходим для обновления парка вагонов и улучшения сервиса в поездах.